Привет всем, с вами я, ЖК100, и у меня сегодня на обзоре мультимедийный спикер, это X70. Он имеет подключение к USB, AUX Line-in вход имеет под наушники, и также вы можете другие устройства подключать, допустим, телефон или еще что-то, ноутбук, это по специальному проводу. Также имеет подключение маленьких карточек microSD. Также можно тут отвечать на звонок и сбрасывать его. Это Bluetooth спикер. Также имеет радио FM. И сейчас я прочту вам это характеристики его. Вот, даже вы можете сами посмотреть. Bluetooth модель X70. Сейчас пока так положу, чтобы можно было вам нормально прочитать. The main technical parameters: Bluetooth стандарт версия 2.1, transmission distance 10 метров, rated power, это, ну, мощность, короче говоря, 12 ватт, у него 3 динамика по 4 ватта, 500 мАч, рабочее время 2-3 часа, ну это если с подсветкой включена, если выключить ее, то может еще дальше больше проработать. Ну, 95 дБ, это довольно-таки тоже нормально и сильно для этой колоночки. От 280 Гц до 160 кГц. Где-то минус плюс 5%. Charging time, это зарядка идет от 1 часа до 3 часов. Ну, вот, в общем, вот такая коробка, я показывать не буду. Там проводок и подключение AUX к этому AUX там. Так, все по стандарту. Вот имеет он под эта колоночка подсветку. Она включается, кстати, вот здесь. Вот тут написано, видите? LED. Можно включать и отключать подсветку. Также перематывать плюс-минус звук. Это на перемотке находится. Ну и все такое прочее. Так, сейчас, ребятки, мы послушаем, как она звучит. Сейчас я вам скажу, где еще что находится. Вот. Модель X70. Можно отвечать на звонки, проигрывать музыку. Тут мегабас и батарея. Ну, вроде бы говорят, что долгая, но посмотрим. Portable Active Bluetooth Music Player. Блин, короче говоря, тут все ништяки находятся сзади. DC 5 вольт. Включение-выключение самой колонки, USB Transflash, ну вот и такая простая, большая, AUX ход, ну, и вот тут написано это предостережение. Так, ну что ж, давайте-ка мы послушаем, как он звучит, блин. Сейчас уберу коробку от подальше, чтобы не портило нам вид. Сейчас, ребятки, включим музычку с вами и послушаем, как он звучит. Что, я врубаю? Давайте на максимум врублю. Yeah.
Ну вот, ребятки, вы услышали, как эта колонка звучит. Я скажу, на Samsung она еще громче звучит, то что тут версия самого Bluetooth, ну, довольно-таки старенькая стоит. Так что, ребятки, я скажу, она довольно-таки очень-очень громко звучит, я вам на полном серьезе говорю. Как говорится, чем вот мощнее ваш телефон, это по начинке, и тем она будет, вот эта сама колонка, играть у вас еще сильнее и сильнее. А так, вот, сама колоночка вот такая вот, вся длинненькая, классная, красивая, да еще и светится, ё-моё. Тут все прекрасно в ней, мне понравилась она, вот, своих она денег стоит. Стоит она 1570 рублей, ребята. Я его покупал в своем городе, ребята. Если вы найдете такую колоночку, обязательно купите, не пожалеете. Блин. Дискотека вам дома обеспечена. Тем более он вся с подсветкой, блин, какая красивая. Ну ладненько, ребятки, я надеюсь, что вам этот обзор понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С уважением к вам всем, мужиков 100.